Ну а на главном курорте Горной Шории сегодня, несмотря на холода, в регионе около минус 30 официально открыли сезон. Первые любители сноубордов и горных лыж уже больше 2 недель как осваивают спуски, а некоторые отели открылись на прошлых выходных. Ну а сегодня губернатор Аман Тулеев торжественно запустил подъемники и показал новую достопримечательность – дом снежного человека, который расположился в одной из пещер неподалеку от горнолыжного комплекса. Кстати, за поимку йети глава региона обещал несколько лет назад 1 миллион рублей.